Ого! Ого! Что такое ты хочешь сказать? Друзья, хочу пожелать вам в новом году, хочу пожелать. Друзья, всем привет, с вами Детский Липован. Привет, мои хорошие! Эх ты! Песня. Меж нами памяти туман, ты как во сне, ты как во сне. Наверное, только дельтаплан поможет мне, поможет мне. Наивно это и смешно, но так легко моим плечам. Уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан. Дельтаплан. Эх ты, оператор, дельтаплан. Стоять на месте ты моя. Короче, ребята, сегодня будет шикардос, как я говорю. Домашняя, маленькая, интересная, но очень вкусная утка. В ассортименте два количества. А что у тебя с головой? Тихо, тихо, я ее помыла, она тут еще немножечко, короче, сок пускает. Что с головой? Ой, Алиночка. Пардон, моя хорошая, ёшкин ты кот. Извиняюсь. Короче, имею шикарный аэродром, но это как это... Такий подарок от подписчиков. Но то, что подарили вы мне, дорогого стоит. А это просто интересный кипарь. Оп, стоять. Мадам, для вас, мои хорошие друзья, я вам, как всегда, жму руку, пошло-поехало, понеслась. А пока не понеслась, быстренько, да ну не забудь же подписаться на Липована. Ну хватит смотреть меня без подписки. Прокомментируй и нажми на колокольчик. И тогда, короче, все новинки Липована ты узнаешь первым. Короче, оператор, ты видела, что я там исполнил? Таки песня шикарная, дельтаплан. И спел ее не просто так, потому что сегодня реально мы будем жарить, кочегарить дельтаплан. Да, вот такие две уточки. Как я их сегодня сделаю? Опять, наверное, с яблоками. Ты меня, конечно, извини, но дулю с маком. Сегодня будет шашлык из утки. Ты когда-нибудь такое видела? Как всегда, что-нибудь да придумаешь ты. Да, я имею тандыр, слушай, хочешь не хочешь, надо что-то думать, да. Это я раньше почему такой неумный был? Потому что у меня тандыра не было. Сейчас есть тандыр, короче. Голова, мама дорогая, думай не хочу, короче. Как это, закончились мысли, обращайся к Липовану, расскажу, покажу, да еще и что-то вместе заварганим. Вай, мама, кто это? Вай, мама, кто это? Утка шикарная, словно как золото. Таба-таба-дам-пам-пам. Прям, ну, дикая дичь. А ты там все вот это вот бантики рассматриваешь. Давай, рассматривай. А я чуть-чуть повышиваю. Где утку взял? Брат подарил. Вот век на лодке не кататься. Саня, ты у меня красавчик. Короче, там забрасывают Липована там утками, баранами, гусями, там закрутками. Мой ты хороший липованский родственник. Красавчик. Так, а ну-ка, смотри-ка, утка домашняя, что даже ножницы, те, которые не китайские, тяжело ее берут. Ну ничего, договоримся, как говорят в Одессе, все будет нормально. Ты что, уже устал? Это ты к чему намекаешь? Пыхтишь как-то. Погода, оператор, погода. Надо дышать интенсивно, чтобы как это тепло не покидало больше вас. Легкие открывались на полную. О, научила говорить. Молодец. Так и имеешь талант. Сейчас я утку эту разберу на интересные кусочки. Что-то останется на суп. Будешь суп? Суп. Суп. Не знаю, не ел я суп из утки. А ты ел? Ёшкин кот. И я не ел. А главное предложи, да? Ну-ка, что сваришь, угостишь, хорошо? Я? Нет, я. Я шашлыком, а ты меня супом. Угу. Я тебя чем-нибудь другим. А ты меня супом. Эх ты, договорились. Ну его в баню, тот суп, короче, да? Хватит шашлыка. И как это? Да просто хватит шашлыка. Оператор, красава. Выключай фильмовского, пошли договариваться. Мурка, ко мне, ко мне. Мурка, ко мне. У меня для тебя есть шикарный деликатес. Иди сюда. Будешь?
Ну прям французское блюдо. Что это? Дичь. Да это жопа. Не, ну может и жопа, да. Это как элементы сраки, да, утки. Извините, ребята, пардон. Мурка! А ну ешь давай. Не хочет она твой деликатес. А ну на, попробуй. Утка настоящая, домашняя. На тебе. На тебя повернулась. Я только что там чистил карася, короче, и накормил ее рыбой, понимаешь? Ну ничего. Захочешь есть, знаешь, где лежит. Оператор. Не, ну что, это не песня? Смотри, какое мясо. Ой-ой-ой. Ну таки дичь настоящая. Красиво. Тебе нравится? Угу. А вот смотри, я уже здесь немножко разобрал кусочки. Но это мне это не очень именно нравится. Для... Что тебе не нравится? Вот это? Скажи мне, а ты в шкуре любишь или без? Да, я серьезно спрашиваю. Ну я просто могу как это стянуть для тебя ее. Я не ела шашлыка из утки. Так же, как и супа. Ох, какой сегодня, как это, фьюжн прямо, ноу-хау у Липована на канале. Шашлык, ребята из утки, в тандыре. Я еще не делал, но точно знаю, что будет просто отвал башки. Чуть-чуть вкуснее моего поросенка, которого я запекал в яме. Да, если ты еще не видел, целый поросенок в яме, найди на канале из свеженького, позалипай. Таки Липован старался. Смотри-ка, аккуратненькая, маленькая, блин, ну просто чупа-чупс. Не торопись, Липован. Дождись. А чуть-чуть медленнее. Все, как ты любишь, моя хорошая. Чуть-чуть медленнее. Вот такие хорошие кусочки. А грудинка какая здесь интересная. Оператор. Смотри. Ох ты. Это не ох ты, это ах ты. Медленнее. Вот же, блин, где-то это я уже слышал. Угу. Помедленнее. Было дело. Так, ножницы. Оп. А ну смотри на этот шикардос. Короче, шкуру оставим на потом, да, на суп все-таки. Угу. Давай, пусть будет у нас чистое мясо. Филе. Филе утки. Ай-яй-яй, в тандыре. Звучит. Прям как кабан дикий, скажи. Угу. Хотя ты и кабанов диких еще не видела. А ты видел? Ну, показывали пацаны. Угу. Мурочка, тебе мясо дать. Мурочка. Дай мясо кошке. А ну на. Мурка. Мяско будешь? Конечно, скажи. Это же не жопа. Слушай, я понял. Ребята, открытие. Коты жопу не едят. Понимаете? Котюни, и суп знатный получится. Там столько запчастей хороших осталось. Обалдеешь. Тоже на видео снимем? Суп? Да. Не, для домашнего просмотра. Ага, хорошо. Конечно. Отлично. Тем более варить его будет бабушка. Татьяна Михайловна, да. Смотрите, что я вам имею подогнать. Вот такой суповой набор, даже с элементами мяса. Мама с удовольствием сварит. Да, и шею тоже. Конечно. Ну шею мне, договорились? Договорились. Набор вам, шею мне, я очень люблю шею. Так зажарь ее в тандыре. А поглядим. А, как Липован работает. Разбирая дичь. Вот такие кусочки я тоже имею видеть их в шашлыке. Вот так вот насадим, что-то прожарится, жирок покапает. Короче, будет шикардос. Катюня, зови гостей. Карандин же. Да, гости... Извините, после карантина приходите. Прямо стишок образовался. А куда приходить-то? Так все уже знают. В Архимус, Королева 88, дробь 1. Короче, после карантина, как нажарим карасей, отметим по полной программе. Город Одесса. Дорогу ты знаешь? Жду.
Что там, листики, как это, зимне-осенние увидела? Так красиво. Таня, красиво, как я утку разделала. Покажи, пожалуйста. Смотри. Слушай, серп просто как масло. Шкуру от мяса гоняет только так. О. Кто это, кто только не гоняет? Слушай, ну такие ресторанные кусочки. Катюшка. Шикардос. Ну давай быстренько замаринуем, да? И погнали жарить. Шикардос, смотри, как проверяется. Смотри. Слышь, как поет? Угу. Ай, мой красавец. Му. Павел, еще раз благодарю. Оператор. Смотри внимательно, будет залипательно. Короче, что? Маринуем, да? А знаешь, что я хочу сюда добавить? Паприку, перец, соль, чуть-чуть масла и соевый соус. Все элементарно и просто. И будет очень вкусно. А мед? Эй, мед то другое блюдо. Не, меда не будет сегодня, извини. А также чеснок. Так, поехали. Соль морская крупная. Та-да-да-дон-да-дон. Вот такая добрая, хорошая жменька. Сейчас немножечко ее перетрем. И вот прямо здесь я буду чвякать чеснок. Смотри, убийца чеснока и вообще все, что сюда попадет, аккуратно, с любовью погибает и превращается в кулинарные шедевры. Вот же ступка. Машина для маринада. Дать попробовать тебе? Нет, спасибо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ляп. Короче. Первый элемент пошел. Паприка сладкая, копченая. Ох, какое буйство красок. Ух ты! Какая ты у меня хорошо начитанная. Да-дан, да-дан, выгуливаю ребята в первый раз. Смотри, какая красота. Ёшкин кот, настоящий пежик. Короче, перечница. Там у меня липованские перцы, да, ассорти. Красный, белый, черный. Подарок. И другой. Таки подарок, да. Это мне оператор на Новый год подарила. Не на Новый год. Блин. Ну я расценил, как это на Новый год. Это просто подарок. А, просто подарок? Да. Спасибо, любовь моя. Смотри, как она красиво сыпет. Просто хочется любоваться, слушая, как они пахнут, как эти перцы открываются. Даже зимой, вот в непогоду, очень пахнет ароматно перцем. Ну что, хватит перец гонять? Как ты думаешь? Хватит, хватит. Хватит, хватит. По-моему, крутить очень понравилось. Я просто залипаю. Это такая прелесть. Слушай, да, я попробую. Перец покрутить или погонять, что ты хочешь? Что ты хочешь? Покрутить, Сереженька. Потом, извини. Еще не время. Соевый соус. Буквально чуть-чуть немножко. И масло растительное. Шикарный вид, смотри, что она делает. Ой-ой-ой-ой-ой. Масло по перцу, по паприке, по уточке. Пусть людям крыльев не дано, но так легко. Моим плечам уже зовет меня в полет. А что ты делаешь? Мой дельтаплан. Репетирую. А что? Хорошо получается. Серьезно? Да. Как это? Куплет спел, но... Ой, куплет спел. Да, куплет спел. А что же за песня без припева? Припев. Вот я надену два крыла, и ближе ты, и ближе ты. Меня любовь оторвала от суеты, от суеты. Пусть людям крыльев не дано, но так легко, но так легко. Уже зовет меня в полет мой дельтаплан, мой дельтаплан, мой дельтаплан. Зовет меня мой дельтаплан, короче, там месить, мариновать. Оператор, приготовься, сейчас будут брызги. Так это ты про утку пел? А что тут про тебя? Да. Тю! Деревня. Ты что, забыла, что мы сегодня снимаем? У тебя уже там извинимая хорошая, уже все попуталось. Там помидоры, короче, там утка, десерты. Сегодня утка. Не поросенок, ни что, утка. А как же я?
Ну, с тобой мы поговорим, когда я тебя буду кормить. Чуть-чуть попозже. Вот я надену два крыла и ближе ты. И все вот. Же я. Ладно, ладно, ты. Не переживай. Чтоб я еще про уток пел. Ёшкин кот. Блин, как пахнет. Оператор, дай по аромату. Срочно, срочно, пока не выветрит. Что, ляпнул на тебя? Нет. Да я ребятам просто посылаю по аромату. Ребята, короче, нюхайте, вкушайте. Чеснок, паприка, блин, соевый соус. Ну, таки праздник. И что? Слюни текут. Только не сюда. Этого в моем рецепте не было, слышишь? Да. Все, давай. Сбегай. Иди как это... Сделай что-то с этими выделениями и возвращайся. Снимай внимательно. Будет залипательно. О, запомнила наконец-то, елки-палки. Скоро будешь за меня эти фразы говорить. Боже упаси. Не хочешь? Нет. Че? Я оператор. Липована липованская, оператор операторская, да? Да, все. Так всегда. Согласен. Так, насадили. Хорошо. Так, шампурик за шампуриком, плавно, методично, аккуратно, но с любовью мы это все дело насаживаем. Так, все, что связано со шкурой, у меня пойдет на отдельный. Оператор, смотри, твои любимые пупчики. Да. Забацаю, короче, сейчас кайфанешь по полной. Мне мясо тебе пупчики. Мясо тоже мне. Блин, какая ты ненасытная. Очень вкусно пахнет. Очень вкусно пахнет, согласен. Такой себе экспресс-маринад. Побыстречку. Все. Насадили, держится. Есть еще и сердечко, смотри. Это сердечко. Я тоже люблю. Тоже любишь, да? Все, mm-hmm. Деликатесы все твои. Уговорила Липована. Ну, один ты Мурке отдал. Но я в том и не нуждаюсь. Да. То Муркин деликатес, который она не стала есть. Вот же, блин, я и не знал, слушай. Мурка у нас целое открытие. Икрой красной кормила. Не захотела. Утиное место, вот это вот кря-кря, тоже не захотела. А ну еще разочек, можно? Не, хватит. Ну, пожалуйста. На шагающих хотят быть похожим, не хотят. Что ты там чухаешь себе? Ты че чухаешь, блин? А что? Не чухаю, а поправляю. Смотри, отгадай, что это? Быстро. Не знаю. Да не отгадаешь. Картошка обыкновенная. А, удивлена? Это вроде так. Не похоже на тебя. Оператор. Короче, все это фантазия. Картошка мне надо для чего? Это для того, чтобы зафиксировать это мясо, да, чтобы оно у нас аккуратненько не ляпнулось в тандыр. Вот так вот. Сколько у нас получилось? Блин, две утки и целых 5 шампуров. Всего лишь две утки и целых 5 шампуров. Это же надо тебе такое? Блин, класс. Такие умею экономить. Или как это, приумножать? Дай-д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 ай. Мы теперь, утята, готовы ехать в тандыр. Кобуру не умею, но пистолет хороший, рабочий. А ну смотри. Опа, 148 снаружи. Снаружи. Я же не яичницу жарю, я там внутри буду жарить. Эх ты. 154 здесь. Ребята. А тут сейчас даже боюсь стрелять. А ну-ка, что у нас тело имеет? 205 только крышка имеет. 234. Таки класс. Оператор. Йо-хо-хо. Шикардос. Картина маслом. Ребята, давай, опача. Загоняем. Что там упирается? Висит. Все, висит как надо. Шашлык из утки. Обалдеть можно. Обалдеть просто. Придет же такое в голову. Вот так вот. И еще вот так. Все, оператор хорош проветривать. Закрываем срочно. Давай. Скоро увидимся. Дикая дичь. Колпачок. Готово. Ребята, короче, ждем, подписываемся, рекомендуем, смотрим, комментируем. Ну, а Липован готовит, да, еще чуть-чуть, сколько там? Ну, я думаю, минут, горячо, 15, а то и 20, да. И будем пробовать. Шаманишь?
наслаждаюсь. Такой аромат просто запредельный. Ребята, как оно пахнет. А ну давай быстренько покажем, что там происходит. Так. А? Шкварчит? Только не видно. Шкварчит, оператор. Я сейчас покажу. Отойди. Быстренько. Только тебе и моим подписчикам. Ну, даже случайным зрителям, короче. Ребята, ух ты, как красиво, ёлки-палки. Катюшка, наведи, это надо, блин, как это, задокументировать. Та ты шо, шикардос, еще минут 5 и буду вываливать. Обалдеть, давай, тандыр, короче, этот, надо тихо-тихонечко. Сейчас зима, он быстренько остывает. Там мне ребята писали там в комментариях лайфхак. Ну, у нас такая зима, что ребята, обойдусь без лайфхака. Ну, там, где нормальная зима, короче, что берешь, фольгой его обматываешь. Да, вот такой вот есть момент. И тело не остывает, и дольше держит тепло. Так что это там, где Якутия, минус 60 и туда. Хотя, я думаю, там в Якутии вряд ли, короче, тандыр зимой пригодится. Вынес на мороз, замерзло, погрыз, и так сойдет. Друзьяки, короче, маленькое отступление от рецепта, короче, этой кулинарии. Еще раз хочу вам сказать огромное спасибо за все эти подарки, которые вы присылаете. Особенно для оператора Пукин Медведь. Благодарочка. И всем, короче, там Австралия и на весь мир. Игрушки доехали, как это, раньше, позже, но теперь не самые любимые. Единственные неповторимые будут жить на нашей елке. Огромное от души благодарю. Оператор готова? Торжественный момент. Эх ты, ребята. Все, тандырчик успокоился. Ёшкин кот цвет. Блин. Вкус будет просто бесподобный, но цвет достоин какой-то премии. Оскара или... Да хотя бы лайка, ребята. Так и не забывайте ставить лайки. А лучше и лайки, и комментарий. Любой. Хоть точку, хоть запятую, хоть плюсик, хоть... поэмы, все пишите, все в радость, все читаем. Эх ты, хорошо смотреть, но надо, как это, попробовать, да, Катюшка? Ах, как там тепло, хорошо и уютно. Так, тряпочка есть. Это пока оставим, один достанем. Ты прям так будешь? По-взрослому? Боже мой, еще и суфик. А, горячо! Спокойно, тряпочка. Подвела. Катюня, появился эффект копчения. Это этот вот жирок, который капал на угольки, он же его и прокоптил. Блин, боже мой. А, хочешь так? Оператор, прости. Ребята мои хорошие, все те, кто сейчас истекают слюной, ну простите, Липована, но это просто прелесть, это просто праздник. Это хочется не кушать, прямо жрать со шампуром. Ну балдеж. Я понял. Это паприка копченая. Класс. И такое солененькое. И соевый соус чувствуется. Просто ну хватит прелесть. Уже. Что, хватит? Есть. Пардон, ребята, извините. Катюнечка, что тебе показать? Смотри, ой! Так, рваться нельзя, мы в прямом эфире. Ну, очень горячие шампура, я все время забываю. Смотри, дай показать. Дай съесть. Ты какой сочный. Обалденный настоящий кусочек. Давай по-братски, вот это вот мне. Кайф. А это тебе, мой хороший. Ну как тебе? Все, я понял, больше ничего не говори. Оператор, картина маслом. Короче, шашлык удался, шашлык из утки, просто загляденье. Свиной курит, короче, все немножечко отдыхают. Вот это получилось просто самый настоящий кулинарный шедевр. Причем живьем из-под ножа. Что осталось сделать? Аккуратненько потрусить липованским перцем над вот этим вот шикарным утиным мясом. И так и хватит. Друзья мои, сегодня с вами, как всегда, был, исполнял там песни, короче, готовил с радостью, дарил вам хорошее настроение, кочегарил зимой тандыр, макал туда утку, одесский липован. Всем пока-пока!
Чао!